Володя с Никитой на работу ушли. Я тут один пришел, потому что кошек отправили. Так книги тут на столе закрывают от пыли. Вот так. А тут подпол. И вот это вот впереди большая резиновая. Это РТИ мне давали. Она сверху накладывается. Не видно. Проехать надо. Ну-ка. Ну-ка, подожди, подожди. Не надо. Уронил. Пошел туда и уронил. Все я тут натворил. Рыжая, подожди меня. Я нечаянно это сделал. Крышку уронил. Косоруки. Ну, вот такое дело. Тут банки разные. Ой-ой-ой, тут что тут есть? Рыжая моя, да я тебя ударил, да? Ну, рыжая моя, рыжая. А так, кому принадлежит? Вот сколько здесь. Видишь, что так, я не знал даже. Выложили кирпичом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять человек могут. Вот я головой тут не достаю. Балки какие мощные, мощнейшие бревна. Вон она где. Ну-ка. Вот уронил покрышку. Так, а где она? Паля, Паля. Паля моя, где Паля, а? Вот тут все коробки какие. Отправили. Мыши появились тут, грызли. Картошку погрызли. Вот оно. Если без Володи не дождался, этот фундамент дома такой. Балки. Вот лежат балки так, ну, примерно 40 сантиметров толщины бревно. Но оно подтесано. Тут второй пол был. Черный пол. Ну. Ну, после под балки возвел. Тут, видите, какие. Обложили как кирпичом. А вон там пошла. Паля, Паля. Где она у меня, Паля, а? Паля моя, Паля, где-то там есть. Ну-ка, Паля, где? Вот она, Паля, пришла. Ну, Паля моя, Паля. Она испугалась, что упала тут. Ну-ка. А это кто? Буска тут пришла. Буска пришла ко мне. Ага. Я и не знал, что Буска тут есть. Ну, хорошая Буска. А где Паля? Пали тут и нету, оказывается. Буска, Буска, ну-ка иди сюда. Я тебе что-то дам, принес. Ну-ка иди. Буска. Буска где-то ходит здесь. Ну-ка иди сюда, Буска. Иди скорее. Вот она, моя Буска, держи. Рыбку она любит. Держи, я пошел, взял с собой. Что, она тут скрылась. Мышей ловит. Ну, крыса как будто не было. Но мыши. Ну и столб. Кирпич, значит, так и так. Игорь Третьяков тут ложил. Вот два столба посередине. Но остальные там так и были. А тяжесть это людей это не так и много. Ну вот посмотрел где. Не считаю, что покрышку вот уронил. Так нормально было. О, она тяжелая. Как я кошку-то не прибил. Ну все, все.